Александр Лукашенко высказался насчет действий российских партнеров по закрытию рынка для белорусских продуктов. Сегодня президент провел совещание с руководством Совета министров. В зале весь экономический блок правительства. Российский вопрос возник не случайно. Накануне появилась информация о том, что Россельхознадзор вводит временный запрет на поставку яблок и груш из Беларуси. По словам представителей ведомства, до урегулирования ситуации. А вот связывает Россельхознадзор это с введенными ранее ограничениями на реэкспорт плодовочной продукции из Беларуси. Такие действия российских партнеров по закрытию рынка глава государства даже сравнил с санкциями. В последнее время, может быть, средства массовой информации врут, может быть, специалисты докладывают мне кривую информацию, но я каждый день слышу и читаю информацию о том, что наш основной торговый партнер, они любят это называть себя партнером, все больше и больше вводит санкции против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это. И я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников. То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились, то ли у них подозрение есть, что мы что-то тут поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок. Я приведу пример, как поступили мы полтора года назад, когда мне специалисты доложили о том, что у нас в аварийном состоянии находится нефтепровод и нефтепродуктопровод, по-моему, которые идут через Беларусь, именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть. Этот вопрос стоит и сейчас в повестке дня. Поэтому я попрошу вице-премьера Игоря Ляшенко, значит, если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе. Добавлю, встречи с экономическим блоком страны уже стали традиционными. Именно в таком формате идет работа над решением текущих вопросов. И, как показала практика, вполне результативно.